Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Шпионская игра. Мо Берг – симпатичный молодой человек, выпускник престижного университета и разносторонне развитый интеллектуал. Однако его жизнь круто меняется, когда наступает Вторая мировая война, и мир оказывается в шаге от глобальной катастрофы. Учитывая отличные способности и умение держать язык за зубами, разведывательное управление США решает воспользоваться его услугами в серьезном деле. Из Германии требуется незаметно выкрасть Вернера Гейзенберга, гениального изобретателя ядерной бомбы. Еще несколько шагов, и фашистская Германия сумеет создать адское орудие, которое способно принести огромное количество разрушений и бед. Бергу подбирают единомышленников и забрасывают в тыл врага, чтобы тот сумел разрешить тяжелую задачу и помог спасти мир от довольно существенной ядерной угрозы. Но сделать это окажется совсем непросто. Ему придется бороться с коварным и непредсказуемым врагом, способным в любой момент сорвать операцию опасного лазутчика. Чудо-женщина. Принцесса амазонок приходит в мир мужчин, чтобы стать величайшей из женщин-супергероев. Гладиатор 2000 года. В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!